Привет, я Хлюдзель. Я начинаю свой рождественский полет в надежде найти Маркуса. Мне поможет в этом Ваня Лагутенко и Денис Губенко, а также Реймон Хром. Так, поехали. Где этот Маркус мог спрятаться? Девочки, вы не видели Маркуса? Девочки, отвечайте, когда вас спрашивает старший. Это какой-то скан получается странный. О, привет, Винни, тигра, ослик, хрюшка. Вы видели Маркуса? Танцевать. To dance. Нет, это он вчера танцевал, а сегодня где он? Туфли. Shoes. Туфли? Где туфли? Сапоги. Boots. Сапоги на улице? Не, он где-то на улице, он где-то тут дома. О, Золушка, скажи, пожалуйста, не видели ли ты Маркуса? Он же мальчик, зачем ему туфелька хрустальная? Что ты вообще знаешь? Так, ладно, эти со мной не разговаривают. О, лиса может. Белочка, а ты не видела Маркуса? Нет, со мной не разговаривают. О, привет, Том, хеллоу. Что у тебя с животом? Кого ты там съел? Нет. Иди обратись к доктору лучше. О. О, привет, мальчики. Картошка, пойдем домой картошку. Какая картошка? Зима во дворе. Если я тихо хочу, то не пизда. Тише дальше. Какие лужи? Декабрь! Да, еще и босиком! Да, на улице, да, Леопольд, фантазер! Ой. Бабуси! Ну, кто? Ну кто два? Жили ли у бабуси два веселых? Кто? Не люблю неизвестные. О, Степа, привет. Толк в машинах знаю я. Толк в креслах знаешь ты, значит, Маркус в кресле сидит. Ха-ха. Степа! Дюймовочка, я тебя не спрашивал. Это вообще-то книга про бременские музыканты. Тебе тут не место. Так. Друзья, прийти на помощь рады. Да. Друзья не требуют награды. Ты просто их благодари. Всегда спасибо говори. Спасибо. А где Маркус? Друг пришел к тебе домой. Дверь другу ты открой. Здравствуй, другу ты скажи. Чай с медом предложи. А, значит, за столом сидит, пьет чай, мед. Нету там один компьютер. Что там такое? Я не нажимал. Что? И эта песня? Что? Сам ты обезьяна. Год петуха наступит в следующем году. Подожди еще. Хватит кукарякать. Я сказал, подожди еще чуть-чуть. Петух! Петк, выключите этого петуха!
Воздушный шарик. Какой воздушный шарик? Откуда? Я его не нажимал. Так. Во, ну кто мне расскажет? О, кошечка, привет. Расскажи, где Маркус? Что? Ну ладно, раз тут со мной никто не разговаривает, спрошу у Леопольда. Какие педали? Зима во дворе. Мы терпеть не можем кошек. Мы терпеть не можем кошек. Опять ты, заяц, издеваешься надо мной? О! Стоп, книги! Стоп! Перестань издеваться надо мной! Заяц! Все, ну ты доигрался. Волк, давай. Ну, заяц. Ну, погоди. Все, пока, заяц. Сейчас волк тебя догонит. О, может быть, на корабле, Маркус? Не, эй, вы, врунгели, не видели на корабле Маркуса? Мы бандиты. Ой, ой, боюсь! Ку-ку! А вот я! А вот и Маркус! Нету там Маркуса! А! Заяц! Все, волк, давай, пошел за ним! Все, погнал! Так... Дружок, ты видел Маркуса? Дружок, говори со мной, дружок! Лиска, ты всегда была ябедой. Расскажи мне, где Маркус? Заяц! Опять ты! Ну все! Ну, заяц! Ну, погоди! Пока, заяц! Что это такое? Золушка, я не нажимал тебя! А! Ку-ку, Брюстер! Вилсон! Заяц! Заяц! Ну, заяц! Ну, заяц! Ну, погоди! Пока, заяц! Так, о, Talking Bolt! Заяц! Ну, заяц, ну все! Ну, заяц! Ну, заяц! Ну, погоди! Все! До свидания, заяц! Все! Что это такое было? А, Маркус веселый, смеется. Да, вот он, Маркус, смеется, веселый.